И напоследок немного зимнего волшебства для всех, кому его не хватает. В краснодарском городе-побратиме Харбине проходит крупнейший в мире фестиваль снега и льда. Здесь вам и достопримечательности, и сцены из жизни, замки и небоскребы, построенные с ювелирной точностью, ледяные лабиринты и фантазийные скульптуры на свободную тему. Впервые невероятно красивый и огромный по своим масштабам зимний праздник начали отмечать в 1985 году. Средняя температура воздуха в окрестностях Харбина зимой минус 16 градусов. Поэтому фигуры не тают с января по февраль. Они привлекают миллионы туристов со всего мира. А сам фестиваль входит в число 4 крупнейших на планете.